сейчас выучим с вами два слайда по скользкой поверхности. Первый полегче. Опорная нога стоит на внешней поверхности нашей стопы. Ну а вторая уводится вперед, как бы полуфонарик. Корпус скручиваем, нога присунута. Ну что, делаем? Корпус также чуть-чуть скручивается. Ну и второй слайд чуть посложнее. Здесь нужно умело разворачивать, чтобы вот эта задняя нога, она была не ближе, не дальше, и ровно за ногой. Сейчас будем его учить. Чуть-чуть разгоняемся на небольшой скорости. Учим разворот. Подталкиваем пятки чуть вперед и прокручиваемся на носочках. Молодцы! В этом тоже есть свои нюансы. Во-первых, первая опорная нога, она на внешней поверхности. Вторая четко за ней, вот видите, в серединку, вот так. И на внутренней поверхности. Коленки у обеих ног чуть присогнуты. Теперь смотрим результат. Очень хорошие виды торможения на скользкой поверхности.